Конкурс «Дети читают стихи» Наталья Найденова. Хотим под мирным небом жить. По-разному зовутся дети. Нас очень много на планете. Есть Вани, Гансы, Джоны. Детей повсюду миллионы. По-разному зовутся дети, для нас все лучшее на свете. Нужны нам яркие игрушки, буратины и петрушки. Нужны нам книжки, песни, пляски и увлекательные сказки. Бассейны, горки, турники, сады, фонтаны, цветники. Пусть всюду светлый детский сад встречает радостно ребят. Пусть всем везде хватает школ, чтоб каждый утром в школу шел. Хотим мы вырасти врачами, строителями и скрипачами, учителями и артистами, летчиками и связистами. Хотим под мирным